халтура была там вот такие. Ага. И он был. Ну интересно, все равно там. Мне нравится, как он сидел все время рассказывал. В свое время я вот так поругался, ЦК Комсомола. Тоже мне надо было снять какое-то вручение, что с ним. Ребят, нас там хотите? Да, все, идем. Превратил ведущую в самую уважаемую державу на планете. Он умер, но не ушел из жизни. Его великие дела и творения, его славные победы жили и будут жить веками. Благодарить за его верность идеалам социализма, ленинскому курсу. В 70 лет, как умер Сталин, фигура, конечно, противоречивая очень, но в нынешние времена, чего не достают российской власти современной, это жесткость. Жесткость принятия решений в кадровых вопросах. Потому что страна сегодня столкнулась с колоссальным вызовом. Наверное, и сами наши власти, когда начинали всю эту спецоперацию, не думали, что все дойдет до такого масштабного противостояния. Но надо перестраиваться. Надо мобилизовывать страну реально, а не на словах. Мобилизовывать правящую элиту, чистить правящую элиту от тех, кто действительно там окопался и, безусловно, работает не в интересах страны, а в интересах личного бизнеса, в интересах наших противников, таких немало. Ну и потом, ему, конечно, он, как говорится, ну, в первую очередь, применим путь, которым шли наши предки. Это социалистический путь. Без социалистического пути у нас нет никаких перспектив. Капитализм – это угнетение народа, и это разрушение, и путь в никуда. Это для всех здравомыслящих людей должно быть очевидно. В моей семье был очень велик культ личности Сталина, в хорошем смысле этого слова. Его уважали на стене. И до сих пор висит фарфоровая тарелка с портретом Сталина. Контроль и исполнение того, чего нужно делать во имя страны. Этого сегодня нету.